Alright, shopping mall Чужого, да? This is one of the main central city shopping malls. Let's check it out here in Воронеж. We're inside Воронеж shopping mall. Wow, this is, guys, Воронеж shopping mall, not far from the border of Russia. Oh, что? У вас лива есть? So, guys, in here at the southern border area of Russia, but it's still Levi's here in Russia. О, Michael Kors? Нету санкций никаких. О, май, это что? Guys, here is a polo. Oh my god, now we're high. Oh my god. This is the Russian iPhone iStudio. Check this out. Oh my god. Там прям даже гуще. Что, блин, Чужого будем заходить, нет? А? Будем заходить. Это тоже входа нету или знаешь есть? Не, вон там есть. А, ну пошли. Что-то хочется выпить. Пошли по вот этой улице. Я это помню, представь. О, видишь, какие разные люди сразу, когда идешь. Right. Что это за шопинг мол? Окей? А? Ну это вообще здание все. Галерея Чужого. Это, а, один из таких галерея построили. Чужого. Ага. Alright, shopping mall Чужого, да? Да, галерея Чужого. Типа Aliens. Это из фильма Aliens. Чужие 3. Alright, тонкая шутка. Ну, это вот он считается один из самых вот прям центральных, вот, который в городе находится, чтобы не за городом. Помнишь, в Граде мы были, там, конечно, это нас за город ехать, а это как бы центральный город. This is one of the main central city shopping malls. Let's check it out here in Воронеж. All right, guys. We're inside Воронеж shopping mall, and we're not gonna get some, I don't know, at least coffee. Coffee возьмем. Возьмем one price. Там, я мне нравится там. Ты пил one price? Только сам. Тут простая цена, хорошая, и чаще всего вкусно. Сразу я должен, мне нужно кофе, я не могу. Я пью до этого времени, 5 штук должен выпить. Ну, я тоже обычно много. Чего? Кубик льда в Америке. Не, не надо, спасибо. Смотри, какой вид. Cheers. Так, проверяем. Let's try if this cheap but very good one price coffee is good or not. Нормально? Я ждал, чтобы мне дадут хороший кофе прямо перед выездом. Самое отстойное. Первый раз самое невкусное сделали. Я так не бил. Потом зашел внутрь, другую было отлично. Вот знаешь, вот первое кофе в день — это самое важное. Знаешь, такое дело? Я тут взял. Что, покупаем уже? Пройдем тут. Ты что? Пойдем, ну, пройдем так. Вау, это что тут такое? So this is, guys, Воронеж shopping mall, not far from the border of Russia and southern border of country. You got all kinds of stuff over here. О, что? У вас Levi's есть? Она ушла из России, ее нет уже в Питере. Переименовали ее, они там есть, но другая бренда.
So guys, in here at the southern border area of Russia, you have still Levi's here in Russia. I haven't seen it. It has rebranded in Moscow, St. Petersburg, but it's still Levi's here in Russia. Ну одно, что там нету. У меня вообще кипяток нафиг, я его это. Поэтому лед хотели давать тебе. Too hot coffee. Подожди, подожди секунду. Ой, нет, ну кофе, подожди, чтобы остыло, то есть. О, Майкл Корс? Это что такое у вас тут? Нету санкций никаких. Да, я Майкл Корс засниму еще. И потом... О, май, это что? Я тебе рассказывал, что тут он довольно... Guys, this is the central. И тут наверху платформа. Давай проедем наверх, просто на как высоко можно. Или нет, я там, честно сказать, ни разу не был, но... Сейчас побудем, если возможность нужна. Томми Хилфигер у вас. United Colors of Bennett. Это чего у вас? Я таких давно не видел. Армани? Это Армани или что? Это блин? Армяне. Армяне? Армяне. Армяне is an Armenian. Armenian in Russia. He's a funny guy. Да? В смысле? Here is a polo. And Michael Kors. Ага. This is only the fourth floor. We're going even higher, guys. I want to know. Wow, it's so high. Идем? Все? Нет, да, это еще? Это пятый, это что? Это люди нажали. Не уже не делился так. Я уже думал, я думал, все, мне уже, я не люблю высокие места. Я тебе, помнишь, говорил, вы довольно высокие, ты такой, ты, наверное, подумал, что не это. О, май гад, now we're high. Let's go, this is the seventh floor of the shopping mall. Тут ничего нету. А почему? Тут слишком высоко, не доходит. Реально, there's nothing here. Okay, that's a good one. Ну да, это там, значит, это высота. Что, на какой? Вниз, все, выходим. Стул есть. Посидеть можно на диване. Тут можно потусоваться просто. О, подождать, отдохнуть. There's some people. Нажми вниз, пожалуйста. О, май гад. Не страшно? Да есть. Мне неприятно даже стоять тут. I'm gonna go down. I can't stand this too high. All right, we're leaving out, but we're gonna check out some of the stores that we have here. So here is a golden shops, salon of watch salon. Well, a shop for clothes, watches, high end. This is Tissot. А, мы отсюда. Вот все понял. Это такое, то есть, заведи часть шопинг-молла, где все, ну, дорогие, да? Для нас именно, ну, там, вот, чтобы мы тут, чтобы тут, нам комфортно там второй, было. Там, я не помню, второй или третий, там именно детские товары разные. Ну да. Бренды. Угу. Вот, допустим, такое. Нет, это клёвое место. Они же, говорят, уж не красивые. Да. Ну, я всерьез? Да. Есть такое. Это... Ну, это интересная причина, почему. iStudio, это типа айфоны, да? This is the Russian iPhone, iStudio. Cool store. А сколько наушники тут стоят? Вот, посмотрите. Check this out. Oh my god. Is this Chinese? This is Chinese. Bike. Пройдем. Пойдем.
Right, we're out. We're gonna try to find a correct place to return to our path, because we're going towards the another main street of Moscow. Moscow, Воронеж. Beautiful high-rise buildings in the back. Это жилые дома, да? Да. Он за этим, то есть, вот эти высокие. А, ну конечно. Да. Там прям даже гуще, вот столько вот внизу остается. Ну. Торгово-развлекательный центр. Чижова. Чижова, а не Чижова. Чижова? Чижова. Типа Чижов. Чижов. Все, Чижов. Понял. Галерея не чужие, Чижов. А Чижов. А? Не чужие. Чижов. Наверное, да, да. Ну,